Ну что, ребят, всех приветствую. Давно не было видео по гулфарму, и вот решил выкатить вам. Тем более для всех это большой вопрос. Вот я пришел на WebSerious Soulseeker X1, где мне брать голдишку. Так что присаживайся поудобнее, в этом видео постараюсь тебе подробно рассказать, как поднимать золото, и как раз посмотрим, сколько мы поднимем голды за определенный промежуток времени. Так что всем приятного просмотра, наливай что-нибудь вкусненькое, ну и мы начинаем. Сразу скажу, что будем с вами фармить эту шкуру и фармить зеленку. Также ж, когда ты выкачиваешь эти шкуры на 450, у тебя появляется знаток анатомии. То есть рейтинг критического эффекта повышается 60 единиц, что приятно на самом деле. Ну а фармить мы с вами будем в ревьющем фьорде. Это, грубо говоря, вот где я тут нахожусь. Вот я поставлю вам сейчас крестик и будем здесь убивать, опять же, вот таких вот великолепных мобов. Их тут очень много. Поэтому я предлагаю поставить таймер, покажу вам в сумке, что у меня нету ничего. И давайте поставим таймер на 10 минут и посмотрим, сколько я подниму золота за 10 минут. Повторю, то что падает всякая кожа, падает арктический мех, падает зеленка. Если есть еще у тебя наложение чар, так это будет вообще замечательно. С помощью наложения чар распыляешь шмоточки и реагенты выставляешь на аукцион. Ну и также, в принципе, зеленые шмотки люди также скупают на аукционе очень хорошо. Так что ставлю таймер на 10 минут, ну и погнали. Ну вот, ребят, что хочу сказать. Мы за это время нафармили это 3 арктических меха. Это, грубо говоря, 500 голды. Плюс мы нафармили с вами охлажденное мясо. Это еще плюс на 12 голды. Плюс, помимо этого, боков мы нафармили. Это плюс 192 золота. Плюс борейская кожа. Это у нас вышло 111 и 24. Помимо этого, еще мы получили обрывки. Плюс 22 голды. По итогу, плюс еще всякий хлам, показывает 36 золота, условно. По итогу у нас выходит 900 голды плюс-минус за 10 минут. За час времени можно фармить по 5, по 6 тысяч золота. Так что надеюсь, если я тебе помог, поставь, пожалуйста, лайк под это видео. Напиши комментарий, как тебе в целом спот. Напоминаю, что... снятие шкур качать, это, я думаю, легкое дело, и тем самым сидеть за час фармить по 5, по 6 тысяч золота, это довольно-таки вкусно. Так что давайте набьем с вами 500 лайков, я еще один выложу очень интересный спот, где можно поднимать еще больше золота. Ну а тебе спасибо за просмотр, как всегда лайк, подписка крайне приветствуются, и напоминаю, стримы каждый день 19:30, мы одеваем вот эту вот машину, вот этого ферал друида, так что... Всем, ребят, до встречи, увидимся на стримах. Пока.